Всем привет! Легкость в сочетании с универсальностью. Эти два параметра как никогда хорошо описывают модель трекинговых палок из нашего сегодняшнего обзора. И представляю вашему вниманию Leki Cross Trail Carbon. Как вам уже, наверное, стало ясно из названия, в качестве основного материала здесь используется карбон. Это позволило крайне неплохо снизить вес. 229 граммов весит одна палка, что очень и очень неплохо. Это определило и их универсальность. Вы их можете использовать не только в качестве трекинговых, но и трейловых. Также универсальности придает и фирменная рукоятка CrossShark, которая обладает противоскользящими свойствами благодаря пористой структуре материала и обеспечивает удобный хват в нескольких положениях. Также отдельного рассказа заслуживают темляки, выполненные из легкого сетчатого материала и обладающие надежной фиксацией на запястье. И главное, тут есть система быстрого встегивания и отстегивания, что очень понравилось бегунам и тем, кто хочет постоянно иметь свободные руки. Но рельеф не позволяет отказаться от использования трекинговых палок. Что касается диапазона длины палки, то три секции обеспечивают диапазон от 100 до 135 см. Чего вполне достаточно для среднестатистического пользователя. Удобная система фиксации секций SpeedLock Plus не только интуитивно понятна, но и крайне надежна. Износостойкий наконечник выполнен из крайне качественных материалов, а для передвижения по твердой поверхности в наличии имеются резиновые башмачки. Если подвести итог, то данные палки являются крайне надежным и универсальным устройством для обеспечения безопасности на маршруте, и главными преимуществами которых являются вес и удобство эксплуатации. Ходите чаще в горы, открывайте для себя новое и, конечно, заходите к нам в гости на Сайкино 4.